Всероссийские соревнования по бадминтону юниорской и юношеской серии Гран-при на призы мастера спорта международного класса Андрея Антропова собрали в стенах омского велотрека 200 спортсменов из 15 регионов России. Очень много приехало сильнейших спортсменов по возрастам, сборников наших. То есть уровень довольно-таки серьезный. Омские спортсмены выступили неплохо. Ожидаемо, даже в младшем возрасте. Немножко неожиданно девчонки-малышки заняли 3-е место в парном разряде. 40 спортсменов защищали честь нашего региона. По итогам соревнований в копилке мячей 12 медалей. Турнир довольно неплохой у нас проходит. Проходит он каждый год. Соперников сегодня, на этом турнире приехало не очень много. Но приехали некоторые сильнейшие из списков, с кем я сейчас играл в финал. На первой партии мне сил хватило, на второй партии я посыпался, начал ошибаться. И поэтому такой счет. Впереди у наших спортсменов десятки турниров. Сезон только начинается.